Депутат Государственной Думы Максим Сураев знаком с коллективом этого медицинского учреждения 5 лет. Уже не раз он отмечал, что матищинские медики прежде всего профессионалы своего дела. Это они доказывают и сейчас в нелегкой борьбе против коронавирусной инфекции. Наши врачи, наши медики, они действительно являются и примером, и действительно большие герои, потому что 24 часа в сутки, и отдавая самих себя, и забыв про семьи, и забыв про личные какие-то, может быть, там приоритеты, они вот борются с этой заразой, которая свалилась на человечество, и, конечно, им за это огромное спасибо. Заведующая 5-й поликлиникой Марина Сычева гордится своим коллективом. Кардиологи, хирурги, эндокринологи, неврологи, терапевты. Всего в лечебном учреждении работает 41 врач и 52 медицинских сестры. Сейчас многие силы брошены на вакцинацию жителей. На сегодняшний день в 5-й поликлинике прививку против коронавируса поставили 17 тысяч человек. Хотелось бы сказать всем, которые еще не вакцинировались, вакцинироваться. Только в этом есть выход, и всегда инфекционные заболевания только профилактировались вакцины. И мы благодаря вакцин уже преодолели много заболеваний, от которых вымирали деревни и города. И если историю посмотреть, все могут это почитать. Депутат Государственной Думы Максим Сураев вручил коллективу учреждения благодарственное письмо, а также пожелал терпения, сил и, конечно, крепкого здоровья. Алла Сталаева, Денис Петров, 1-й Мытищинский.